С 22 по 23 апреля в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета проходит антиконференция «Маркс Фест». О том, что это за мероприятие, расскажем в нашем следующем сюжете. Антиконференция, ставшая уже традиционным событием в университете, проходит под девизом «Невозможное возможно». Мероприятие антиконференция предназначено прежде всего для студентов нашего института. И, конечно же, мы даем им все возможности попробовать себя в новых качествах. Мы говорим расширить собственные горизонты, расширить собственные границы и открыть что-то новое в себе. Мероприятие проходит в рамках TED Talks. Другими словами, это публичные выступления на английском языке, на которых у каждого участника есть возможность представить свою идею, подискутировать и найти единомышленников. Миссия TED – это идеи, достойные распространения. Каждый студент, который участвует в данном мероприятии, он преодолевает себя прежде всего. Это, конечно же, новые компетенции, которые они приобретают в навыках публичных выступлений. Они делятся чем-то сокровенным, чем-то таким, что изменило их жизнь. И будем надеяться, что оно сможет изменить еще жизнь всей аудитории, ради которой они выступают. Антиконференция проходит уже в третий раз. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.